Вот, а это антибиотик для животных, в данном случае для кошек. Видите, 50 миллиграмм, это для кошки, которая, наверное, до 6-7 килограмм. Вот так примерно. Здесь находится 10 таблеточек. Их нужно давать утром и вечером в течение вот 5 дней. 10 таблеток. Они со вкусом мяса называются. Но я обычно просто так таблетку кот есть не будет. Я ее запихиваю в кусочек корма. Или я беру обычно кусочек курочки или кусочек печенки маленький, делаю дырочку там, засовываю эту таблетку и скармливаю животному. Тогда не нужно ничего запихивать никуда, никого насиловать. Кот сам все съедает. И все прекрасно. Это антибиотик широкого спектра действия. Это если вот я вот давала, когда после стерилизации кошкам своим. После операции, когда абсцесс у Максика был, вот Максик, вот он Максик, кусает шапика за хвост, да, это шапик, это Максик, вот. Вот он у меня болел, и ему этот антибиотик прописали. Потом Лапусику, когда у него рана была на хвосте, давала, все прошло очень быстро. И теперь я вижу, что серый кот драный, очень сильно плохо ему, у него из ушей течет какой-то гной. И я буду давать ему это лекарство. Вот, и многим своим всем давала, хорошее, но никакого поноса от него нет, никаких особых побочных действий, которые бы я могла увидеть как человек-хозяин, я не вижу. Мне понравилось, едят его легко. Тут, конечно, существует, видите, амоксициллин, да, и клавулоновая кислота, но тут дозировка именно для животного. Человеческий амоксициллин, он дешевле. Это стоит от 350 до 500. Это дорогое лекарство достаточно. Ну, что делать? Кошку жалко. Синулокс называется.